Всем привет, это Kick Scooter Shop, с вами Малина, и я расскажу вам сегодня об этом новом суперкрутом самокате. Самокат фирмы DCA, модель Диктатор. Фирма DCA, она очень давно уже на рынке самокат-индустрии, зарекомендовала себя, наверное, лет 10 назад, когда все только начинали кататься, благодаря их особым вилкам, состоящим из двух элементов. Это была резьбовая вилка, вкручивающаяся в скобу, которая держит колесо. На тот момент это была просто такая бешеная инновация, поэтому я уверен, что этот самокат продуман в течение всех этих 10 лет и подходит для катаний как в стриту, как в парке, как для новичков, так и для профессионалов. Вот. Может быть, даже потому, что он весит довольно немного, всего-навсего 4 килограмма. Итак, сейчас мы посмотрим, что входит в комплектацию. Первое, что бросается в глаза, это руль. И практически полностью собранный самокат. И шестигранники, чтобы его собрать. Начнем мы с того, что мы распакуем пакет шестигранниками. Черный, клевый. Распакуем все оставшиеся комплектующие самоката. Ну, как вы видите, при покупке самоката, самокат у вас практически полностью собран, поэтому мне остается только рассказать немножко о его комплектующих. Наверное, начать стоит с колес. Это 110 мм, очень легкие колеса, сделаны по форме как Eagle Spokeды с вырезанными спицами. Вот, с жесткостью полиуретана 86А. Вилка моноблочная, выфрезерована из одного куска цельного алюминия 7075 закалки. И сразу изготовлена под систему SKS с резьбой в штоке. Что хотелось бы, конечно, отметить наличие сразу предустановленного зажима SKS сразу в этом самокате. И рассказать немножко о деке. Дека с плоским дном, с плоскими краями, что очень удобно для фингервипов и прочих трюков, где касается рука деки. Дека плоская, что позитивно влияет на скольжение и на прочих блантах и тому подобное. Вот. Особая система провара этого стакана. Стакан спрессованный, без швов, вот здесь, как можете заметить, с встроенной интегрированной рулевой, с этими чашечками. Вот. И индивидуальная система, особая система провара этого стакана в плоскую, приятную деку. Форма стакана также положительно влияет на исполнение такого трюка, как фуджем. Потому что сюда входит нога, и все будет очень удобно. Вот. И легкий тормоз, который совершенно не гремит. Он сделан не как пружина, а прикручен на двух болтах вот здесь вот снизу. Очень удобно, и навряд ли он сломается. Вот. Что касается габаритов этой деки, ширина 4,5 дюйма, длина примерно 52-52,5 сантиметра. И что отличает эту деку от всех остальных дек на рынке, на самокат индустрии, это угол стакана 83 градуса, в отличие от стандартных 82,5. Руль, который идет в комплекте, он довольно прикольной формы, вот, с очень мягкими грипсами, с такой индивидуальной геометрией, выгнутый, очень подойдет для любителей всяких красивых геометрически сложных рулей. Вот. И также этот руль имеет бэк-свип, то есть у него ручки изогнуты на себя на 3 градуса. Вот. Собирается этот самокат очень-очень просто. Берется руль, вставляется в зажим SKS, выравнивается. По-моему, я сделал все первый раз очень плохо. Вот. И затягивается болочками, и все. Ну вот, в общем, самокат готов к катанию. Ничего не летит, ничего не болтается, поэтому можно, наверное, уже идти кататься. Всем пока!